До начала представления всего 30 минут, однако на сцене еще полным ходом идут приготовления. Помимо основного состава, в юбилейном концерте принимают участие все группы, и взрослые, и дети. Всего Череповецкий Тодос насчитывает 250 человек. Огромная танцевальная машина работает четко и слаженно, динамично и резко. Это и есть знаменитый стиль и дух шоу-балета «Тодос». А еще профессиональный подход к работе, совмещение хореографии и актерского мастерства, тщательная работа над костюмами, продуманная драматургия каждого номера. Таким «Тодос» знают не только в России. В Череповце на этих традициях выросло не одно поколение танцовщиков. И нам есть чем гордиться. О работе череповецкого коллектива Алла Духова, создатель «Тодоса» в России, всегда говорит в превосходной степени. Мы каждый год ездим на фестивали, наши детишки ездят, и она всегда отмечает очень высоко нашу работу. У нас 4 солиста вот наших бывших танцуют в основном составе. Это Александр Ремеслов, Анастасия Зубова, Игорь Нестеренко и Вадим Медведев. Все наши воспитанники. В основном составе наша гордость. Добраться до таких вершин, разумеется, непросто. И каждый танцовщик знает цену победы. Прежде всего, победа над самим собой. Ведь травмы есть практически у каждого. И это неудивительно. Как правило, тренировки длятся по 8 часов в день. Здесь все. И акробатика, и хореография, и классика. С нее-то все и начинается. Без классики я могу сказать, что любой жанр, как бы в основе всего стоит классика. Все стопы, все руки красивые, все любые движения, да, линии рук, линии ног, это все равно основополагающая классика, классический танец. Танцевальные шедевры появляются под руководством 10 педагогов. Все они местные, хотя на стажировку московский «Тодос» ездит регулярно. А вообще попасть туда в основной состав хотят многие, даже те, кто только что приобщился к миру танца. Например, Дмитрий Герасимов за год работы в череповецком «Тодосе» уже добился многого. Я пришел в «Тодос», увидел в интернете видео, вот номер «Люди в черном». Это мой любимый номер, я его как раз сегодня танцую, и мне это юбилейный концерт. А танцуют не только взрослые. В коллектив приходят учиться малыши с 3 лет. И даже таким малюткам сцена уже по плечу. По плечу череповецким танцовщикам и целые театрализованные представления. В планах создания настоящих танцевальных спектаклей. Теперь это возможно, ведь 10 лет назад в коллективе было всего 25 человек, сегодня в 10 раз больше.